Скандар, как оцените жеребьевку отборочных турниров для нашей сборной? Я считаю, что прошла очень удачно. И у нас хорошая группа, где мы можем решить эту задачу. Вполне хорошие соперники, что по качеству, что по силам нам. Единственная Япония на данный момент, можно сказать, фаворит. Но мы также готовы ко всем этим играм. И подъедем и подойдем к этим играм очень тщательно, изучим соперника. И я думаю, нам повезло с этой жеребьевкой. Что можете сказать о сопернике? Соперник, единственное, могу выделить Японию, которая отличается из всех этих команд, а все остальные где-то равны, где-то чуть-чуть слабее, но каждый дома у себя сильнее. Вот. Мы можем каждый матч у себя дома выигрывать, а на выезде, дай бог, тоже забирать очки. Только Япония. Спасибо, удачи. Спасибо, всего хорошего.